Привет, зритель! Давно в таком формате не снимала обзоры, тем более заказы в Вайбере Сайзон. Но это объединенные заказы с того и другого магазина, и они объединены одной темой чайной. И вот это пополнение чайного плейлиста. Чай, а также травы и цветы, если тебе это интересно. Welcome to hell! А если нет, ну а ты сюда зашел, посмотри, вдруг понравится. Короче, чай Сенча. 86 рублей за 100 грамм. Супер японская. Реально. Отвечу. Японская. Так говорит производитель Назун. Хрен вам. По-моему, ну она, во-первых, без опознавательных знаков. Когда ее собрали, расфасовали? До какого года, месяца она живет? Я в отзыве Назун написала, она, наверное, вечная, да? Короче, вечная Сенча. Сенча. Ну... Если бы она называлась Сентя, тогда бы, да, я поверила, что она натуральная японская. Но она написана почему-то на романте. Тин, Нидлес, что-то там. Короче, Гранд Сабур. Что за Гранд Сабур? Не знаю. Я ее вчера заварила, она выдержала только одну заварку. Она по виду как обычный зеленый чай. Вот знаешь, зрители, я тут буду после этого делать обзор на своих запасов. Остатки былой роскоши своей чайной коллекции, которую у меня еще года два назад попросил один зритель записать. И вот только еще руки добираются. Короче, вот бывает такой зеленый чай. Зеленый дракон из магнита. 149 рублей с копейками за 200 грамм последний раз отдала за упаковочку. Хороший такой крупнолистовой зеленый чай. Нормальная скрутка, хороший чай. По запаху он такой же, как вот этот. По вкусу он такой же, как вот этот. Только тот выдерживает, ну, как минимум 2-3 заварки, а этот выдержал только одну. А это как бы сенча. Я подозреваю, что это китайский вариант. Китайская сенча. Именно так, китайская сенча. И, скорее всего, она довольно допотопная. Ну, такая пересушенная. По виду-то она такая интересная, хорошая. Вот так, чай, вот знаешь, технический такой чай, чай на раз. Техническим чаем называл чай один мой знакомый погромист. Ну, есть программист, а есть погромист. Вот один мой знакомый погромист называл техническим чаем чай черный, который он пил с сахаром, запивая бутерброды. А я думала, технический чай это такой вот, ну, который, знаешь, ты сидишь, тайпишь, клинишь, переводишь, монтируешь, ролик заливаешь, аниме смотришь, еще что-то, упырился куда-то, в чашке у тебя какой-то чай. Ты вот так пьешь просто, вот без всего, просто чай. Ну, короче, вот на такой случай чисто вот попить чая, вот чай. Ну и цена у него там, конечно, это на Озон были какие-то супер акции, скидки. Я подумала, что 86 рублей, что бы мне купить. Может, у меня, конечно, какие-то баллы были, поэтому мне вышло 86, я не помню. Может, он реально так стоил. Теперь у нас вот этот я только что пила и заваривала. Он тут в пакет, в пакете. Пакет, значит. Да, этот-то у меня был, как бы, он должен был зип. Я отрезала тот кусок, который надо отрезать, и пыталась открыть этот зип, и я поняла, что его не открыть. Я срезала этот зип, и в итоге вот с крепочками зафигачила. Я только что записала пуэр, где говорила, точнее, записала пуэр, да, записала, как я пью пуэр, как я хаваю на камеру. И где говорю о том, что у меня тут в ближайшей жизни дня три назад, ну, короче, вот недавно совсем случилось, и то, что случилось прям практически, можно сказать, в прямом эфире, пока писала этот ролик. Я как раз пила там этот чай. Тесте у меня от этой фирмы уже много чего было. Она есть и на Озон, и есть на Вайбер. Довольно хорошая. У меня был как-то средненький такой гуанинь. Ну, у них довольно бюджетные цены. Иногда качество очень хорошее, иногда качество среднячок, и вот как раз-то не соответствует. Потому что, по большей части, бывает супер дорогая цена, а качество пробивает всякое. Ну, а тут все честно. Шупуэр мини, точно, маленькая чаша шу, категория В. Чай пуэр китайский. 2-4 месяца со срока годности. Я уже потеряла этот срок годности, может, я его и не наблюдала. А ну, нет, я его вижу. 4.06. Слушай, это свежий какой чай? 4.06.22. А сегодня у нас 22.06.22. И внезапно, вот когда я заливала какое-то сообщение в телегу, где 95 землекопов вместе со мной и моим товарищем, я вдруг узнала, что сегодня 22-е. А 7 лет назад, 22 июня 2015 года, я залила первый свой ролик блогового вида
формата на YouTube-канал, который до этого юзала как просто склад барахла, ну, чисто чтобы было откуда сап. Ну, как вот архивный такой вариант я его использовала, YouTube. Короче, сегодня 7 лет моему каналу, моему каналу или моему аккаунту на YouTube в виде видеоблога. Кошка что-то скоммунизила. Кошка что-то скоммунизила. Кошка. Ну, если она, я надеюсь, она это скинет, и я увижу, что она скоммунизила. Надеюсь, это не что-то путное. Короче, она что-то скоммунизила, ладно. Как бы сказала одна моя верующая в Иисуса подруга, Господь с ней. Может быть, он с ней. Тут 100 грамм. Короче, я что-то вчера посчитала, сколько этих штучек. Сейчас еще раз посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Их было 16, потому что одно я уже выфигачила. Хороший такой. Мне кажется, он, ну, от 5 до 7 лет. Я сначала думала, что он такой сыроватый, но там вот именно землистого вкуса нет. Он такой насыщенный, он какой-то даже более глубокий вкус. Вкуса шерсти там тоже нет, и орехового такого вкуса. Он какой-то, даже, мне кажется, немножко сухофруктами отдает. Я сейчас тебе его разверну. Я скажу артикулы и оставлю в инфобоксе. Ну, артикулы, вот этот-то уже нет в наличии, а вот, да я бы его и не советовала. Конечно, это дешево, 86 рублей за 100 грамм, но по скидке было, я думаю, так он сейчас, вот такой же вариант, только от другого продавца уже идет по 300 рублей. Вот 300 рублей за вот это вот, ну, я тебе не советую, зрители, лучше купить за 149 с копейками 200 грамм зеленого дракона в этом самом, в магните. Не надо сюда лазать пока что. Вот такая штучка. Я снимаю при дневном свете. Она такая же точно есть, как на камеру передается. Хорошая. У меня была порошковая матья китайская серо-буро-малиновая. Ну, в смысле, такая бледно-зеленая. С молоком очень вкусно она шла. Шла она как кулинарная, но... Это уже чисто маркетинговый ход, потому что нормальную матью можно куда угодно добавлять, и в чай, и в кулинарию, она немножко иного цвета, более изумрудная. А у меня от этой фирмы есть каркаде, нормальный каркаде, обычный каркаде, ну как бы, мне кажется, каркаде плохим не бывает. Мне, по крайней мере, сложно это представить. У меня от этой фирмы что-то еще было, ну, у меня от этой фирмы есть смола пуэра, хорошая смола пуэра. Довольно бюджетно куплен, да еще пока там в Озон тогда были какие-то супер скидки. У меня был какой-то Озон статус, который еще что-то действовал. Сейчас этот Озон статус есть, но от него никакой особой пользы нету. Вот этот чай, если ты смотрел мой стрим с хавчиком, я показывала в прямом эфире. Он просроченный на 3 с лишним месяца, но хуже он от этого не стал. Он был вот эти два, я купила один за 116 рублей 50 грамм на Вайберис. И там еще один оставался. Я купила второй, думаю, он мне понравился. Где еще найдешь хоть зитя, пусть и китайскую, порошковую, хорошего, отличного качества по вкусу, виду и вообще не отличающуюся от того японского чая, россыпи, что мне присылал Никитос из Японии. Учитывая, что у меня немножко осталось еще на где-то уже на год просрочки, не дам. На год просрочки уже этой ходзи, она все еще такая же и нормальная, тут все 3 месяца просрочено. Я заказала еще один. Я эти артикулы не буду давать, потому что оно нет в наличии, я думаю, уже не будет. Ну, учитывая, что оно 10 марта 2020 года. Хотя, вот смотреть, ну, тут какой-то другой артикул. Не тот самый. Но если вдруг что, можешь, конечно, написать мне в комменты или там в телегу, типа, Лёля, а вдруг он появится, дай артикул, я типа хочу купить. Производство Китай. Фирма Super Life. Тут как бы на самой картинке на Вайберс оно выглядело с наклеечкой такой красивой, то все, вот, ну, просто обычный такой пакетик, ничего такого нет. Мне производитель, типа, на мой восторженный отзыв сказал, типа, спасибо, извините, что вот вам пришла такая, типа, просрочка, мы проверим всю партию. Но там как бы, может, у них какая-то партия есть, но на Вайберс его уже нет. Это для тех, кто любит вот такой ходзи-чай, если пробовал, то, в принципе, китайский вариант, вот внезапно, обычно китайская сэнча, сэнтя, китайская маття, они как, ну, день и ночь, а вот китайская ходзитя очень даже вкусная. Это мне бонусик пришел
Вот внезапно я как-то смотрела на эти... Ну, там, по большей части, иногда цены такие странные, заоблачные. Там какие-нибудь 25 грамм чая, ореха или еще что-то. А цена как за 2 кг. Камелия. А тут внезапно нормально. 309 рублей за 200 грамм тогда было. Сейчас, может, чуть дешевле, фиг знает. Камелия. Японский зеленый чай Такусен геммайча. Геммайча. Ну, опять этот самый... Частично ромадзи, частично поливанова. Хотя бы так. Сенча с коричневым обжаренным рисом. Смесь японского зеленого чая сенча и обжаренного коричневого риса. Необычный и приятный вкус геммайчи полюбился многим. Этот чай получил статус народного чая в Японии. Вкус объемный и глубокий, сладковатый, с долгим ореховым послевкусием. Этот чай заметно бодрит и придает силы. Также, а еще... в какой-то степени утоляет чувство голода. Настаивать нужно до того момента, когда рис начнет опускаться на дно чайника. Примерно полминуты. На чайник 450 мл берут порядка 10-12 грамм заварки. www.camellia-t.ru. Дата упаковки 17 июня 2022 года. Тоже недавно. А сегодня у нас 22. Масса нетто 200 грамм. Вот. Я его вчера заваривала, он действительно очень качественный, хороший зеленый чай, вот такой этот, мы называем с подругой его чай с хлебушками, моя тетя тоже, кстати. Я покупала перед этим, ну, до этого, 200 грамм за 450 рублей вьетнамский чай, сделанный по образу и подобию японского, с добавлением матчи, знаете, как день и ночь. Он, конечно, по запаху, по вкусу похож на японский, который мне Никитос присылал, и мне еще такой же, ну, как бы из Японии присылали, привозили сувениром одна женщина. И как бы еще так вообще лет 10 с лишним назад, даже нет, наверное, уже больше, чем 10 лет назад, где-то 11 или 12 лет назад. Короче говоря, но он выдерживает только одну заварку, тот вьетнамский, я его обозревала. Причем от той же фирмы мне матья попалась, а вот вообще как день и ночь, вообще как не пойми что. И, по-моему, даже мой отзыв на Вайтберис внезапно куда-то исчез, хотя я его вставляла, и он вроде как прошел, но, видимо, продавец, или как там оно... техподдержка, уж не знаю кто. Ну, короче, ушел мой отзыв. Там одни хвалебные остались. А этот очень хороший. Он, конечно, ну, может, ну, знаете, мне присылал товарищ, там была хоть... Как бы он присылал еще, как бы бывает. До этого, ну, я покупала еще когда-то. Даже китайский вариант я как-то давно покупала от чайной компании. Японский вариант тоже от чайной компании, тоже давно, еще вот больше 10 лет назад. Он как бы тоже был такой именно конкретно чай с хлебушком. И бывает вот позеленее немножко чай сам. Бывает вот такой вот. Бывает как бы еще с добавлением матчи. Это как просто даже зеленый чай. Вот ябукита-тя там еще что у меня было. Рёку-тя. Ну как бы смеси бывают. А вот этот как бы у него даже рис именно такой же, вот как должен быть. На вьетнамском чае у меня, или какой он там был... Нам фирма, кажется. И там были рисинки, вот как вот по большей части, как конкретно дутый рис. Вот как продают там кукуруза дутая, или пшеница дутая, или рис дутый. Вот именно такой же. А здесь именно такие рисинки, как должны быть. И только одна рисинка у меня так совсем конкретно размокла вчера. Я не помню, две заварки он выдержал или побольше. Ну, как бы хороший такой вот. Чай я ему в восторге отписала. И тут хороший такой рисик. И 309 рублей за 200 грамм, это вообще оптимальный вариант, мне кажется, очень хорошая. Нормальная так как бы цена, учитывая, что в принципе по виду он не очень такой зеленый, обычный зеленый чай. Ну, вот так вот, да? Если бы он, допустим, более такой, ближе к изумрудному был или еще что-то, да вообще, я считаю, что это нормально. Как бы очень хорошая цена, бюджетно. Там тоже как бы по скидке было все равно. И тут мне бонусом пришел вьетнамский зеленый чай. Спасибо за отзыв, приятных покупок в нашем магазине. Тоже вполне себе нормально. Я когда-то давно покупала зеленый вьетнамский чай, я этот еще не заваривала, но просто я помню, что он довольно вкусный. Как бы он отличается от китайского по обработке или от японского. Ну, хороший. Покупала давно, у нас был магазин такой, азиатских салатиков, всяких роллов и так далее, Окинава. И там попутно продавался чай. Вот. Ну, это у меня весь мой обзор этого чая. И сейчас я тебе, зритель, прочитаю артикул той геммайчи. Там как бы
Два варианта есть, ну, видимо, это какой-то баг самого Вайлдберриз, потому что в отзывах писали, что когда человек заказывал за такую-то цену 250 грамм, то пришло 200, и там уже извинялся представитель магазина, что вот, ну, на самом деле, что, в принципе, это все 200 грамм. Баг, конечно, не исправили. Я наобум, ну, как бы тнулась, то, что у меня было в закладках, думала, 309 рублей за 200 грамм – это нормальная цена, и заказала. Ну, теперь этот магазин у меня будет в любимчиках. То есть, вот теперь я буду знать, где заказывать можно нормальную гемантю. Так, сейчас я тебе скажу. Так, артикул чая, черного чая говорила, нет? Так, вот он. Ну, в смысле, пуэр. А этот сейчас у нас загрузись. Сейчас он, кстати, стоит 299 рублей. Гемантя, японский зеленый чай, 200 грамм. Артикул 7, 8, 2, 5, 9, 5, 4, 3. Такс. А этот час стоит, кстати, поскольку я его покупала? Я его покупала за 185, вот этот пуэрчик. Сейчас он стоит дешевле. Весь. Хоть Вайлдберриз и исправили, но он как-то при нормальном интернете подвисает слегка. Иногда даже какие-то глюки выдают. Мне по два раза приходит уведомление, что мне, допустим, ответили на комментарий представитель, два уведомления. Или то, что мне дошел заказ. 165 рублей за 100 грамм. Артикул 88690604. Ну и тут есть вариация как бы за 200 грамм. 200 грамм стоит 243 рубля сейчас. И вау, 500 грамм. 495 рублей. Даже дешевле, наверное, получается. Но мне надо было небольшой пакетик. Как бы я в финансах сейчас ограничена, потому что я заказала себе выход на балкон, балконный блок, ну, то бишь, вот окно и дверь пластиковая. И вышло это у меня в 33 700, 17 тысяч отдала, и 16 700 мне еще через 3 с лишним недели снова отдавать. Так что не то, чтобы мои финансы поют романсы, но я заказала чисто не про запас, а то, что, чтобы вот, ну, на какой-то период времени вот мне хватило напопить. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то из этого пили, либо хотите внезапно попробовать, ну или просто поделиться своим мнением в комментах, welcome to hell в комменты. Я прочитаю и каждому поставлю сердечко, чтобы вы не написали. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.